Одежду со световозвращателями первыми примерили на себя пешеходы. С 2015 года это стало обязательной нормой для тех, кто пересекает проезжую часть, либо идет по дороге вне населенных пунктов. С 18 марта 2018 светиться в темноте теперь обязаны и водители, если они вышли из машины на трассе за пределами города. Если водитель оказался в трудной ситуации на дороге, то есть машина сломалась или попал в дорожно-транспортное происшествие, при вынужденной остановке он должен находиться вне автомобиля в световозвращающем жилете или накидке. А жилетка – это не просто яркая жилетка, а специальная одежда, которая предусматривается ГОСТами. Необходимость введения такой поправки в ПДД доказала статистика. В период осенне-зимнего сезона число аварий на дорогах возрастает. Водитель хорошо знает, как сложно вовремя заметить пешехода на обочине в темное время суток. В такую же ситуацию может попасть и сам шофер, если, например, решит в сумерках поменять колесо. Жилетки, световозвращатели, они помогают сделать заметнее человека на дороге. И в случае, если случается какая-то неприятность, вне населенного пункта дорога не освещена. И темную фигуру водителя просто не видно. Поэтому другие автолюбители, проезжая мимо, ориентируются на машину. А что происходит вокруг, уже не видно. И жилетка, да, проезжающие водители видят, что там человек на дороге, которого, в принципе, здесь вроде бы не должно было бы быть. Добавим, что надевать жилет теперь необходимо не только вечером, но и в светлое время суток при условиях ограниченной видимости, когда дорога плохо просматривается из-за насаждений или строений, либо при условиях недостаточной видимости, когда ввиду тумана, снегопада или дождя дорога видна меньше, чем на 300 метров.